Цирковые представления на сцене кукольного театра в Самаре представили премьеру «Яйцо» по мотивам произведений болгарского детского писателя Бориса Априлова. Это спектакль, за которым взрослые следят с не меньшим интересом, чем дети. На премьеру отправилась и Татьяна Пудова. Они тушат пожар, убегают от выпавшей челюсти, показывают трюки, постоянно что-то кричат. В этой истории заняты всего 4 героя. Девочки и мальчики, сегодня вы увидите чудеса и невероятные превращения. Спектакль «Яйцо» создан по произведениям болгарского детского писателя Бориса Априлова. Аккомпанемент – музыка итальянского композитора Нино Ротта. Этот спектакль мы сделали сценическую композицию из двух пьес Бориса Априлова. Одна пьеса – это «Яйцо», а вторая пьеса под названием «Чимми». И еще, значит, уже вместе с художником, когда работали над этой пьесой, мы поместили всю эту ситуацию, описанную Борисом Априловым, в цирк. У рыжего клоуна Домби, который перевоплощается в курицу, непростая роль. У Димби свое отношение к яйцу, у Домби свое отношение. Вот Димби, яйцо появилось на сцене, мешает репетициям. Его пытаются разбить, посмотреть в силу своего эгоизма, уже скорее разбить это яйцо. Вот эти вот крики, возгласы, возможность как-то шуметь, играть, это же больше детям присуще, чем взрослым. Взрослые более скованно себя чувствуют в этой обстановке. Сегодня это было неожиданно, я даже не могу сказать, что это... До конца я это лично поняла и приняла, но вот мы с Димой вышли, пообщались, он говорит, ему это нравится. По замыслу режиссера, у всех героев непоседливый и задорный характер. На протяжении спектакля они клюют яйцо. У другого вот такое вот клювище, у слона вообще копыта, а вот прилетает. Сама нежность. У автора Априлова написано, прилетает... Большая, красивая, прилетает сама красота. На постановку выделили средства в рамках партийного проекта «Театры детям». Метафоричность спектакля, уверены актеры, будет понятна и детям, и взрослым. Это история о том, что важнее всего для любого человека – дружба, поддержка и тепло. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Новости губернии.